Гуманитарная помощь из Нижнего Новгорода будет доставлена в Китай спецбортом МЧС России. Со складов Росрезерва было выделено 10 тонн гуманитарного груза населению Китайской Народной Республики, пострадавшему в результате разрушительного землетрясения. Самолет Ил-76 совершит рейс в провинцию Юньнань. В настоящее время борт вылетел из Нижегородского аэропорта Стригина в Пермь, где планируется загрузить еще 9 тонн гуманитарного груза, после чего самолет возьмет курс на КНР. Землетрясение произошло в июне этого года в уезде Индзян. Ранения получили 48 человек, 45 тысяч граждан были эвакуированы. Разрушено почти 3 тысячи домов. Экономический ущерб оценивается в 270 миллионов долларов.